Всем привет! Значит, посылка опять же с Алиэкспресс, но доставка в Сбербанк. Значит, в Сбербанке стоят постаматы. Набираешь код, тебе приходит смс-ка с кодом, набираешь код и открывается ячейка, забираешь товар. Ну, довольно-таки удобно. Сберпосылка. Способ доставки Сберпосылка. Не стоять ни в очередях, никому не кланяться. Зашел, набрал код и отвалил. Так, здесь должен быть экран на телефон. Вот на этот вот Samsung A11. Телефон стал кругленьким. То есть его немножечко раздавили. Короче, весь экран внутри пошел. Короче, кобзда. Ну, решили заказать. Это опять же не мне. Решили заказать экран с рамкой. Так как тут и рамка поведена. Ну вот, сейчас посмотрим, что пришло. Надеюсь, это не трещины. Да нет, это на пленке. Так, раз. Так, здесь кнопки переклеивать. Ну ладно, это переклеим. Камера вот не заклеена. Я видел в видео, что заклеена. Рамка алюминиевая. Ну, надеюсь, все будет работать. Сейчас бы перекинул, но сейчас у меня нет фена. А фен тут, наверное, будет нужен. В общем, смотрим дальше. Так, в общем, сейчас я буду перекидывать вот с этого телефона все запчасти на тот экранчик Samsung A11. Вот я заказал в Китае. В Китае новый дисплей. Почему? Потому что этот телефон весь погнутый, аж вот так вот он согнутый. Ну и, естественно, тут все потрескано. И потрескано, и что сказать вам? И он не работает. Аккумулятор я отключил до того. Я его зарядил и отключил, чтобы он не разряжался, потому что неизвестно, когда этот экран, ну, заказывать надо было. Телефон не мой, мне дали попробовать отремонтировать. Я не телефонный мастер, я сварщик. Вот сможет ли сварщик перекинуть все запчасти в другой корпус? Смотрим, сам не знаю. Значит, поехали. Ничего комментировать не буду. Все будет так, немножко в ускоренный включу, потому что это дело не быстрое. И вот здесь отковано. Дело не быстрое. В общем, самое будет, что тут сложное, отклеить отпечаток пальца, отклеить аккумулятор и тут вот отклеить, ну, такую. В общем, увидите. Больше ничего тут сложного особого нет. Это вытаскиваем, то вставляем. Поехали. Звук выключаю.
слушайте там музыку, какая будет, не знаю. Thank you.
Ну вот, все. Телефон работает. Все проверил, все работает. Так что кое-что мы можем сделать. Долго не буду сейчас затягивать, сейчас это прокрутится быстро. Все, телефончик работает. Долго очень грузится, блин, это Samsung, почему-то они так долго всегда грузятся. Ну все, я проверил, все работает. Весь экран работает. Так что, ну, поверьте на слово. В общем, ссылка на этот экран будет в описании. Значит, яркость можно менять. Так, так. Ну, она сама тут сейчас на автомате включена. В общем, ссылка на этот дисплей будет в описании. Конечно, надо было бы еще заказать стекло защитное, но до всего я не дошел. Экран рабочий, можно заказывать. Всем пока. Значит, я не телемастер, не телефонный мастер, я просто сварщик. Всем пока.